История уже ответила на этот вопрос. И я так думаю, что Нюрнбергский процесс расставил все точки над «и» и дал оценку. Мировое сообщество дало оценку тому, что происходило во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Приравнивать российскую, советскую символику и фашистскую, конечно, неправомерно. Советская Красная Армия освободила Европу от страшной чумы фашизма. И я так думаю, что это несправедливо по отношению к сотням тысяч, к миллионам погибших наших сограждан, в том числе и украинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, уничтожая фашизм. И Порошенко просто предатель собственного народа.